И всем здравствуйте, друзья! С вами как всегда Эльдинолив. Сегодня мы опять снимаем видео по Майнкрафту. Кто за мной, кто скучал за видео по Майнкрафту и тому подобным, ставьте лайк. Итак, покрытие машины с Грю. Сколько за это я монеты должен заплатить, чтобы с Грю? Так. Ты был прекрасен, как Иисус. Сегодня мы будем делать бесконечную ферму булыжника. Правда, это будет не автоматическая ферма. К сожалению, хоть и бесконечная, но не автоматическая. Так, давай. Давай, грузись. Кстати, вот так вот я вожу пальцами. Где я? Где я? Ой, багнулась. Ладно, сейчас утонем. Не, не утонем, то есть, а... Нет! План-то что-то не меняется. Ладно. Ну да, вот. Мы заспавнились в нашей суперкрутой, супертехнологической базе. И я буду спать на кровати. Вот мы проснулись. Нам понадобится... Стоп, у нас... А куда делась наша вея? Ага. Нам нужно еще скрафтить... Берем кирку в руки и вперед за камнем. Мы будем делать ферму булыжника. Хоть я это уже говорил, я не устану это повторять. Бедная моя шахта, я ее засрал. Вот теперь мы идем по булыжник или по камень. Короче, тут мы создадим, возьмем андезита много. Много андезита. Вот тут вот я решил, наверное, я попозже сделаю склад. Тут. Так, вот сколько у меня? 8 андезита, столько должно хватить. А теперь... А теперь нам нужно просто умереть. Нет, не просто умереть. Просто идем сюда. Ого, как далеко. А, не, нам не надо ничего больше. Так вот лучше. И хотя мы собирались... Короче, мы начнем мочить зомби. Скорее всего, нет, я умираю. Короче, сгорели. В принципе, мне так и хотелось. Теперь крафтим ступеньки. Это очень важно. Нам нужно сделать ступени. И это не потому, что мне просто так захотелось. Не потому, не поэтому, не поэтому. Хотя, в принципе, не поэтому. Короче, берем два блока. Это не зря у меня в инвентаре именно два блока.
Как это? О, ладно, трава проросла. Ни разу в жизни не видел, как трава растет в Майнкрафте. Так, резко. Все. Так, нам нужно тут, тут и тут. Теперь берем вот так. Берем ступень. И ставим вот так. Берем сюда воду. А теперь идем обратно в шахту за лавой. Потому что я протупил и забыл про... Так, получается, далее идем. Пау. Пиу-пау. Так получается, мне кажется, или мы уже недалеко от этого? Так, должно быть тут недалеко. Во, как раз недалеко. Так, 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 так. Тук. Ой. Да, щита нет. Как всегда, я забыл про щит. Пау. Так, идем. Так, сколько у нас блоков в запасе? Мало. Если... Так, это не очень. Ясно. Так. Так, я должен успеть. Да ё-моё, где мне еще взять лаву, как не... А, стоп. Зачем я бегаю в шахту за лавой, если... Господи. Ребят, жалко, что вы никто мне не написал в комментариях. О чём я думал? У меня тут бесконечный источник лавы. Ну, как не бесконечный. У меня тут много лавы. А я бегаю в шахту за ней. Зачем, вопрос? Зачем? И еще раз, зачем? Теперь ставим. А, не, не лаву сейчас. Сейчас нам нужно найти, куда я дел воронку. Куда я дел воронку? Куда-то. Это логично, но вот куда... Должны найти. Ой, не верстак. Поставим верстак, сделаем просто так. Выложим свинью. Почему свинью? Потому что я так хочу. А почему я так хочу? Потому что могу. Гениально. Кстати, не удивляйтесь, если мне перед фиксплея. Опа! Так, ребят, по-моему, нет у меня воронки и нету сундука. Сколько я забыл его скрафтить? Ну, подумаешь, забыл скрафтить сундук. Да проблема в том, что тут нигде нет дерева. Ну, минус тут дерево все.
потоком, надеюсь, его унесет туда. А, ну, потоком его не унесло туда. Потоком его снесло мне в инвентарь. Должно хватить на два сундука, поскольку для крафта воронки используется сундук. Да. Это как? Ребят, это как? Ладно, заскриним это. Ломаем. А, ну вот, не зря я тогда заскринил, потому что если бы я его не заскринил, то я бы его сломал и все. Ребят, может это с механиками крафта связано? Либо я просто что-то не понимаю. Напишите в комментах. Второй раз прошу уже. Четыре не хватит, поэтому пошли ломать дома жителей. Еще обидно то, что в этой деревне не осталось жителей. Из-за того, что кокнулся голем. По-моему, кокнулся. Или я его убил все же. Ребят, напишите в комментах, я уже не помню. Я, может быть, хотел... Вообще, этот мир сначала хотел заспидранить. А потом я как-то пропало желание его спидранить. Мне захотелось себе домик построить красивый. Это первый день выживания сейчас. Я ломаю. Я нашел деревню и ломаю. Ладно. Не будем выдумывать. Такую фигню? Нет. Не надо уже опускаться, солнце. Почему так рано? Я только вот пошел сюда. Сделать сундуки. Сундуки. Два сундука. Воронка одна. Так. Я должен успеть перед ночью. Хотя... Не лучшая идея была бы этот поспать, но я не из тех, кто боится ночных монстров. Нет, конечно, я их боюсь. Я сейчас просто хочу показаться храбрым своим подписчикам, но это зря я это сказал вслух. Ну да, кстати, я боюсь монстров ночью. Не знаю человека, который не боится монстров в Майнкрафте ночью. Переостановимся на shift. Опа. А теперь бежим домой. Идем спать. Такие. Так, оп. Резко закрываем и прыгаем. Пау! Пау! Интересно, подберется ли меч? Да, видно, он подобрался. Я его хочу доломать. Хотя нет. Я его переплавлю. Золотой самородок. А почему я так хочу сделать? Почему я хочу? Потому что я могу. А теперь положим его как идеальное топливо. Пата почти сломанная. Да, много чего у меня сломанного на инвентаре лежит. Нужно будет его почистить. Но сейчас только... Ой, ну хватит еще на немного кирку. А теперь отходим. Берем кирку и начинаем. Я не понял немного. А, точно. Это, кстати, не я сам придумал. Это у нас, так сказать, на Ютубе нашел ролик. Это не моя личная идея, не буду обманывать. Не помню, с какого канала взял. Может, скорее всего, в описании напишу, с какого, если не забуду. Скорее всего, я забуду. Так что можете просто написать «Бесконечная ферма булыжника», и вам выдастся много разных видео. Это, кстати, не мое... Это, кстати, просто мне так... Да,
Это работает. Только время от времени булыжник лагает и падает вниз. Вот, то есть падает не в то, не туда, куда надо. А теперь, ребят, я сейчас отойду буквально на минутку и пофармлю булыжник. И, ребят, продолжаем. Я это сделал, и за минуту где-то работы я накопал 52 булыжника. Я модернизировался, вот так вот обложил этим землей, чтобы не вылетали блоки. Вот тут вот, чтобы оно не залетало на тот блок и на блок вот тут вот лавы. Я вот, и теперь я просто могу зажимать и не двигаться даже, поскольку сзади стоит блок досок. И он медленно ломается киркой. Поэтому я только начинаю его ломать киркой. И это очень удобно. Не надо никуда, не надо сидеть это. Ладно. Но время от времени он все равно пролагивает. Вот столько. Получилось целый стак с головкой. Возможно, бесконечный фармильник моба хватит. Как возможно? Хватит, конечно же. Ножницы. Кстати, в прошлой это не в серии было. Еще я выбил Ender Pearl. Ты был прекрасен в произведениях искусств. Я с собой еду не взял. Он не взял вот эту. И вот эту вот. Если выбирать между сырой треской и гнилой плотью, я, конечно, выберу гнилую плоть. Поскольку ее всегда много и тут нет дождя. И тут хорошо. И это шахта. Блин, мне это нравится. Что уголь не добылся. Так, это что такое? Это земля с водой, ладно, не то. Возьмем немного воды. Теперь просто вот так. Мы надышались, а теперь оп. И ломаем этот уголь. Зря, конечно, я решил ломать уголь. Ладно, ребят, мы, так сказать, заканчиваем на этой нашу серию.